Закончили мотосезон соревнованиями. Спортсмены со всего Приволжского округа собрались в Саратове на мотокроссе «Октябрина». Любопытно, что, несмотря на популярность мототранспорта, пока соревнования по этому виду спорта нельзя назвать масштабными. Почему? Расскажет Оксана Лючева. Комья земли из-под железных коней. В этом году погода не радует участников областного мотокросса «Октябрина». Дождем размыло трассу, и это усложняет задачу спортсменов. Погодные условия немного. Ее размочили, и скользко ехать. И грязь налипает, залипает очки, и ничего не видно еще. Открытые областные соревнования по мотокроссу проводятся уже второй год подряд. Проходят на мототрассе «Дубки». В этот раз в них участвует более 60 спортсменов в возрасте от 6 лет. Причем, несмотря на уровень состязания, здесь собрались мотоциклисты со всего Приволжского федерального округа. Федор Игонин из Саранска. Просто занимаемся мотоспортом, и как бы, чтобы поддерживать свой уровень, приходится выезжать на соревнования. Соревнования по мотокроссу организуют два местных мотоклуба – «Ястреб» и «Мотодиагноз». В этот раз поддержку оказывают радиостанции «Наше радио» и «Радио Энерджи» в Саратове, которые подготовили подарки участнику мотокросса «За волю к победе» и для самого юного участника. Задачи у организаторов амбициозные. Вообще наша основная цель – это возрождение мотокросса на территории Саратовской области, поскольку в сложные времена все это благополучно умерло. Было несколько попыток возобновить соревнования именно на территории Саратовской области, но, увы, пока ни у кого не увенчались успехом. Именно поэтому лучшие спортсмены на трассе сегодня не саратовцы. Точнее, выступают не за команду региона. Так, лидеры этой гонки – двое юношей 13 лет, оба из Балакова и оба члены команды из Пензы. Кирилл Лейман – победитель прошлогодней «Октябрины». Говорит, выступает за другой регион, потому что предложили хорошие условия. В Саратове, можно сказать, нет команд профессиональных. В Пензе там довольно-таки сильная команда, за которую я выступаю. Мы выезжаем с этой командой на все этапы Приволжского федерального округа. В этом году выезжали на первенство России и на чемпионат России командный. Пока что эти соревнования по мотокроссу единственные в Саратовской области. В советские же годы в регионе проводился всесоюзный чемпионат. Сейчас организаторы на масштабность не претендуют, но все же мечтают вывести «Октябрину» на новый уровень, а именно попасть в линейку соревнований Мотоциклетной федерации России. Оксана Лющева, Алексей Фенин, Саратов, 24.